Ценовые правила. Что такое ценовые правила, где они находятся? Находятся на редакции, администрировании, ценовые правила. Тут мы можем создавать любые правила, какие захотим. Например, вот мы добавим новые правила. Это будет распространяться на партнера. Партнер будет клиент. Действие будет изменить скидку. Скидка будет 10%. Окей. Вперед. Выбор исключений. Исключений не будут. Название будет. Скидка 10%. Она будет распространяться при продаже. Делаем готово. Создалось правило. Здесь также можно почитать, что в это правило входит. Нажимаем ОК. Далее заходим в продажу. Выбираем нашего клиента. Выбираем объект. Выбираем пользователя. Выбираем нужный товар. Выбираем количество 5 штук. Пока программа ничего не выдает, но когда мы нажимаем сохранить, у нас появляется вот такое окошко, предупреждающее, что этому клиенту нам полагается скидка 10%. То есть количество 5 штук, стоимость будет 1.31, а не 1.45. Нажимаем ОК и сохраняем операцию. Сумма вычитается 1.31. Появляется товарная квитанция, указывающая товар, количество, цена и, соответственно, скидка и цена к оплате.